У меня на счету осталось 2 робокса, кто видел. Открываем и ну-ка, ну пожалуйста, ну дом. Нет, никакого дома на колесах сегодня у меня не будет. Кирилл, иди сюда, Кирилл, не уходи. Что? Всем привет, котят, я Лана. И да, я уже показала свое лицо, надеюсь, вы все видели это видео. И знаете, мне так понравилось снимать с камеры, что я подумала, почему бы и нет. И решила зайти в Roblox, в Adopt Me. Очень давно не играла в эту игру, так что давайте скорее начнем. Итак, здесь у нас обновление. Но у меня все еще стоит елка. Это очень странно, давайте попробуем. Она больше не нажимается, да? То есть елка теперь у меня только для красоты. Ну или в ней можно спрятаться. Это будет елка с хвостом. Да, итак, обновление. У нас Новый год по лунному календарю. Давайте сразу же телепортируемся на лунную платформу и посмотрим, что там. Я вообще понятия не имею, что здесь изменилось и как. Ого. Знаете, похожий ивент был, когда был Хэллоуин. Я очень помню это. Так, купить коробку для крысы. А вот как это делать, разблокировать панду? Так, давайте-ка посмотрим. Может попасться золотая крыса или обычная крыса? Шанс 1 к 15. Давайте получим крысу, почему бы и нет? Да, возможно, я еще что-то упустила, но давайте сейчас начнем хотя бы с этого. Я хочу получить крысу. То есть коробку для крысы. И что, это... Крысы – единственные животные в Adopt Me, которые не вылупляются из яиц. Я так поняла, да? Ну-ка, мы открываем ее? Да, мы открываем! Коробка умеет летать, крысы летают! И это обычная крыска. Давайте ее возьмем на... Посмотрите, как я ее держу! Это просто потрясающе! В общем, у меня теперь есть ручная крыса. Не знаю, зачем она мне нужна, но давайте посмотрим, что здесь еще изменилось. Пока я тут стояла, уже наступила ночь, и я решила, что это такое? Что это за маленький динозавр? И корги. Выглядит просто прекрасно. Можно вас удочерить или усыновить? Кто вы там, мальчик, девочка? Я не вижу, вы мне нужны. Не, наверное, не получится. Ладно, давайте посмотрим. А я, если честно... Снова домик на колесах. Так, я буду умнее. Я попробую выбить его из маленького подарка. Вы писали в комментариях, что можно купить маленький подарок, и из него выпадет дом на колесах. Вот сейчас я вместе с крысой, которой уже нужен душ, и у нас снова начался день. Я хочу открыть, и вдруг не выпадет дом на колесах. Нет. Ну, это, кстати, тоже неплохо. Зачем мне дирижабль шарик, я не знаю, но я очень-очень хочу дом на колесах. Давайте открывать здесь. Я уже не пойду на волшебный свой этот... не получается. Давайте погубим побольше. Конечно, возможно, я сейчас потрачу все деньги. Кто меня заразил? Я так понимаю, что меня заразил Санта, потому что вряд ли меня мог заразить кто-то еще. Ну, правильно, он тут ходит, простывший, наверное. Вот, я еще кого-то заразила, наверное, какую-то девочку, ее пингвина. Или это мальчик? Ты мальчик или девочка? Что со мной сегодня? А это Кирилл. Прости, Кирилл. Прости, Кирилл. Я подумала, что ты девочка. Извини, надеюсь, ты этого не увидишь в видео. А крыса принесла мне газету. О нет. Кирилл меня знает, и Кирилл, скорее всего, увидит, что я назвала его девочкой. Пожалуйста, Кирилл, прости меня. Просто у тебя крылья бабочки, а я привыкла, что... Девочки обычно с крыльями бабочки, прости, очень-очень нехорошо с моей стороны. Так, давайте купим большой подарок и, я не знаю, подарим его Кириллу. Кирилл, иди сюда, Кирилл, не уходи, у меня для тебя подарок, для того, чтобы ты... вот, Кирилл, стой, это тебе, чтобы ты не обижался. На тебе, вот, надеюсь, это будет не крыса, да, все, отлично. И убегаем, давайте посмотрим, может он, конечно, его откроет, и может это вы... Что? Кириллу выпал дом! Дом на колесах из подарка, который я ему подарила! Мне никогда не выпадет дом на колесах, просто никогда! Но зато, Кирилл, я думаю, что ты доволен, и теперь у тебя есть дом. Кирилл сразу переименовался, по-моему, или где он вообще? Он в доме? Кирилл, ты где? Я не знаю, как такое вообще может быть. Давайте, моя крыса, кстати, здесь почему-то застряла. Она за мной не идет. Она привязалась к газете и не хочет ее отпускать. Давайте
попробуем еще один подарок купить, последние деньги потратить. И если уж здесь не будет дома, то я просто не знаю. Я просто тогда не знаю. Давайте откроем его. И ну-ка. Ну, конечно, конечно, какой может быть дом? Знаете что, я видимо, просто должна сегодня это получить, поэтому я хочу купить баксы. Я хочу купить, я сошла с ума, я хочу купить 600 баксов за 280 робоксов. Вы скажете, лучше бы панду пошла открыла, да, я знаю. Но Кирилл получил дом на колесах, а не я, поэтому я должна это исправить. Мы покупаем и открываем теперь большой подарок и получаем дом, я надеюсь. Конечно же мы не получаем дом, какой дом, о чем вы? Дом только Кириллу может достаться. Так, открываем и ну-ка, ну пожалуйста, ну дом. Нет, никакого дома на колесах сегодня у меня не будет. А денег у меня не осталось. Что делать? Нужно срочно зарабатывать деньги. Крыса, помогай мне. Ультраредкий пропеллер. Да я рада, конечно, что он ультраредкий, но у меня уже есть пропеллеры, а вот дома на колесах у меня нет. А все, пустите меня на землю. А, кстати, кто внимательный? Вы, многие из вас писали, что поняли, почему у меня в Адоптме такая прическа. Да, а теперь мы продолжаем тратить робоксы, потому что, ну как так, Кирилл получил дом на колесах, а я нет. Смотрите, это стоит столько же, сколько и панда, но я не остановлюсь, я буду покупать и покупать, пока у меня не кончатся робоксы. А кончатся они довольно скоро, мне кажется, еще даже на одну покупку не хватит. Покупаем подарок. Уходим на камень. Камень меня подставляет в последнее время. Давайте вот с этой стороны попробуем открыть. Я надеюсь, что мне попадется все-таки дом. Это уже, знаете, какое-то сумасшествие у меня на это. Да вы издеваетесь! Нет! Сколько там до конца? До конца 4 дня. Ну, я думаю, что может за 4 дня я еще смогу получить. Давайте попробуем открыть средний подарок. Может в среднем подарке мне... А вот Кирилл. Кирилл, привет! Кирилл, у тебя есть дома, а у меня нет. Ты счастлив, надеюсь? Ну, я, правда, была виновата перед ним, так что, возможно, все в порядке. Так, открываем. Открываем подарок, и мне выпадает... О нет, такое у меня даже есть, это просто ужасно, просто ужасно. Почему Кирилл получил дом? Интересно, кстати, то, что в подарке образуется в нем на момент покупки или когда вы открываете его, потому что если во время покупки, то я купила себе подарок, в котором был дом, и отдала его Кириллу. Это даже немножко обидно. Так, никакой семьи, я хочу подарок открыть, и у меня... Что? Палочка! Мне выдали палочку! Палочку! А вот дом Кирилла стоит тут как тут. Я хотя бы зайду в него, посмотрю. Ох, это просто прекрасно, просто прекрасно. Ну, я надеюсь, что он счастлив. Я рада, если он будет рад. И у меня не осталось денег. Не осталось денег. Мы с моей крысой, которая, видимо, тут только газетой и будет питаться. О, боже. Крыс, неси газету. По-моему, газета ломает крысу, или крысы не предназначены для того, чтобы поднимать всякие вещи. Я, если честно, не понимаю, что происходит. Поэтому давайте-ка попробуем потратить еще немного робоксов, почти все свои робоксы, чтобы купить, я не знаю, что тут еще у нас есть. У нас есть коробка, да, она стоит $345. Угу. То есть $345 я не получу, но я могу получить панду. Сколько у меня есть робоксов? А как узнать, сколько у меня робоксов? Ой, не-не-не-не-не-не-не-не, так, Н, ты забираешь вот эту панду, я надеюсь, что ты Н, да, я отдаю панду и убегаю, потому что мне начали дарить питомцев, это не самое лучшее. Смотрите, я очень рада, когда вы мне дарите какие-то вещи, но мне не хватает совести просто их принять, потому что вы играли, зарабатывали деньги в этой игре, а просто видите меня и дарите. Мне кажется, что это немножко нечестно, поэтому я спрячусь под мостом, по-моему, это отличная идея. Надеюсь, я не утону. Где моя крыса? Я понятия... А, девочка преследует меня! Нет, девочка, не преследуй, пожалуйста! Фух, я скрылась от преследования. По-моему, теперь меня не поймают. И я думаю, что... Как это произошло? Почему в полете мне вручили панду? Итак, я сфотографировалась с девочкой, вернула панду. Я знаю, что многим из вас не нравится, что я возвращаю питомцев, но я просто не могу делать по-другому, потому что мне не позволяет совесть. Уж простите. Поэтому, сейчас я пытаюсь
Да, еще я пополнила счет. Надеюсь, меня никто не увидит. Нет, это другой сервер. Пожалуйста, 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 давайте я от вас скроюсь, и все будет хорошо. А, да, я сюда вернулась, потому что я хочу все еще также получить... А, я могу купить? Да, отлично, я могу купить эту штуку. Я очень хочу получить свой дом на колесах. Уж пожалуйста, пожалуйста, вот мои робоксы, они потрачены. Я покупаю снова большой подарок, в котором есть очень большая вероятность получить дом на колесах. Я очень хочу сделать это в этом видео. Открывайся, пожалуйста. Дом на колесах, пожалуйста, дом на колесах, пожалуйста, дом на колесах! Они издеваются. Они курицу мне подсунули, вы просто посмотрите. Ладно. Вы писали в комментариях, что вам выпадает этот подарок из... А, мне не хватает из маленьких подарков тоже. Ну, давайте маленький купим, попробуем его открыть. Так, ну нет, так не бывает. Мне дали светящуюся собачку, нет, пожалуйста, спасибо большое, но нет, я не могу так, не могу принять светящуюся собачку, поэтому забираю ее обратно. Что это такое? А, это санечки сюда приехали. Я пытаюсь просто открыть подарок, пожалуйста, я просто хочу открыть подарок, я не хочу снова от вас убегать, ребят, так нечестно. Попробуем открыть подарок на ходу. Интересно, можно же бежать и открывать подарок, да? Ну, конечно, это будет мяч, это будет не то, что мне нужно. Итак, я думаю, что может быть шанс все-таки, что мне выпадет. Давайте купим вот так вот, хотя бы 200 долларов и откроем, сколько мне хватит. Двух маленьких подарков или трех. А что с мячом-то можно делать вообще? А, мне нужен питомец, чтобы использовать мяч. Ладно, хорошо. Давайте попробуем все-таки сбежать от всех. Где там моя летательная штука? Мне кажется, она должна мне очень хорошо помочь. Так, и полетели. Отлично, здорово. Полетим и сразу же накупим несколько подарков. Кстати, моя крыса где-то потерялась. Надеюсь, она выздоровела, пока сидела у меня. Так, возьмем маленькие подарки, в которых ничего мне не попадется, конечно же. Так, не преследуйте меня, прекратите, ребят, прекратите. Что это? Угу, отлично, ничего полезного. Итак, покупаем маленький подарок. Покупаем маленький подарок, открываем его. Денег не осталось, никакого дома мне. Ну же, что это? Это какое-то издевательство, просто форменный издевательство. Я не сдамся. Я буду тратить робоксы до тех пор, пока не получу дом. Иначе какой в этом смысл? Так, сколько у меня там осталось? Давайте, может, возьмем за 650. Мне хватит вообще? Да, у меня останется 97 робоксов. Это совершенно неразумная трата робоксов. Просто я не знаю, я должна получить этот дом. Давайте откроем вот такой подарок. Мне кажется, что может быть из него выпадет мне дом. Наконец-таки, и пожалуйста... Нет, конечно же нет. Что это вообще такое? Это погремушка? Погремушка, протеиновый коктейль. Так, ладно, давайте такой. А там всего 4% выпадения редкого. Еще одна. Так, давайте-ка вот этот большой теперь покупаем. И мне хватит даже на еще один большой подарок. Ну, пожалуйста, ну дом. Что? Вы видели, мне выпала такая же штука, как в средний подарок. Я больше не покупаю большие подарки. Нет, я покупаю только средние и маленькие, потому что, ну, не выпадает мне дом. Мне не верится, что сейчас здесь бы, конечно, не будет никакого дома. Мне кажется, что игра настроена против меня. Я потратила все робоксы, чтобы получить этот несчастный дом. Но никакого дома я сегодня не получил. Палочка. Вот что я получу. Мне, знаете, у меня уже столько палочек выпало, что в принципе, я могу получить этот дом уже исходя из того, что я могу их с помощью палочек его сделать. Так, сколько робоксов у меня осталось? У меня не хватает. Я могу купить да, последние робоксы. Я потратила, у меня на счету осталось 2 робокса, кто видел. Я покупаю подарок, который единственный, который мне хватает. Если сейчас тут не будет этого дома на колесах, то я просто не знаю, что делать. Зато у Кирилла есть дом, да. Итак, открываем подарок и...
Мне кажется, что мне просто патологически не везет в Adopt Me. Я не могу получить этот дом, хоть ты тресни. А, давайте, я не знаю, достанем свою крысу. Где она там у меня? Кстати, у меня есть еще несколько рождественских яиц, целых 5. Я обещала их подарить девчонкам, но так получилось, что не подарила, потому что мы еще с ними не играли. Итак, у меня есть крыса, у меня нет дома, и в итоге мы с крысой бездомные. В принципе, довольно неплохо. Похоже на жизнь, не знаю, бомжа, жить под мостом. Вот так я и превратилась из... Я же могу дома свои продать. Подождите, а если я продам все свои дома, то я на самом деле тогда, наверное, стану бомжом здесь в Adopt Me. Очень заманчиво, очень заманчиво. Будет новая серия. Знаете, как некоторые играют в бомжа в Майнкрафте, так я буду играть в Adopt Me. Так, поменять дом. И мы можем какой-нибудь дом даже продать. Давайте сначала посмотрим, что у меня там. Вы, наверное, скажете, что я сошла с ума, но я очень хочу этот дом получить на колесах. Ага, ага, у меня есть такой дом. Здесь у меня даже... О, здесь у меня обои с единорожками. Но, в принципе, скорее всего, я им пользоваться больше не буду, поэтому давайте-ка его продадим. Почему нет? Так, выходим. И пробуем его продать. Никогда не продавала здесь дома, но, возможно, мне стоит это сделать первый раз. Итак, давайте продадим семейный дом. Сколько он стоит? Это просто невероятно. Этого не хватит даже на большой подарок. Ну, мы попробуем. И да, я продала дом. А маленький дом, давайте посмотрим, может мне все-таки хватит. Русалочи я, конечно, продавать не буду, и все остальные тоже, наверное. Никто не знает, что я буду делать. Крошечный дом, возможно, можно продать его, конечно, но я не уверена в этом. Давайте посмотрим, что я еще могу продать из домов. Так, у меня есть пиццерия, где-то она была. Но она мне еще пригодится. Русалочий дом, домик на дереве, дом феи, дом дракона, дом-магазин и... Может, дом-магазин продать? Он мне очень не нравится, вернее, очень не нравится. Тут совершенно ничего интересного. Когда я его купила, я думала, что он будет классный, а он пустой, здесь только лестница и больше ничего. Да, мне кажется, я вполне могу продать дом-магазин. Отлично, и остаться без домов совершенно. Ладно, ты сошла с ума? Да, возможно. Так, меняем, продаем дом. О, это я уже понимаю, это уже хорошенькие деньги. Мы продали дом-магазин. Осталось мало домов. Осталось $900, и мы с крысой, почти бездомные, бежим покупать подарок. Все, знаете, это похоже на азартные игры. Я покупаю подарки и не могу остановиться. Ну-ка, ну-ка, пожалуйста, 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 и что? Нет, только не это. И мне снова не хватает, снова не хватает. Так, у меня было 2 робокса, может, нет, мне не хватает. Как думаете, есть смысл купить вот такой подарок? Я думаю, да, я думаю, что я все-таки не заработаю на больше, и я могу купить такой, не получить в нем дом, конечно же. И, а что я получила? Я получила мышь! Я думаю, на этом стоит остановиться. Мне настолько не везет, что при том, что у меня на руках крыса, я получаю мышь и не получаю дом. Давайте просто ради интереса купим последний подарок и откроем его. Потому что просто, ну почему бы и нет? Да, это совершенно не то, чего я ожидала. В общем, котят, я думаю, на этом стоит остановиться, потому что это просто какой-то кошмар. Мне хронически не везет в Adopt Me. Может, Roblox вообще не хочет, чтобы я возвращалась в него играть. В общем, напишите обязательно в комментариях, как вы думаете, что происходит, потому что я не знаю, если честно. Мне уже страшно от того, сколько я робоксов сегодня потратила, не получив при этом дом, который я хотела. Наверное, с того момента, как он появился в этой игре, а у меня его все еще нет. Так что я надеюсь, что этот дом понравится Кириллу. Кирилл, привет тебе! Можете написать в комментариях. В комментариях Кириллу что-нибудь, что он получил дом. Да, это же круто. Так что я желаю всем в Adopt Me получить то, что вы хотите в подарках. А на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Надеюсь, я не буду бомжом там. Да уж. Всем пока!